давай. Это вот, смотри, Джасти опять ругается. Мы уже убираем. Не сильно ругается. Да. Она уже с ними издалека попрощалась. Так, хорошо. Все. Я ставлю в ряд и по две переноски, да? Ага. Все. Ты меня еще ни разу не отпустили. Кто будет дуть почетно? Юрий. Да. Давайте. Все. Значит, ваша задача. А Юра будет дуть. Да. Наклониться и резки. Вот так. С этой стороны. В детстве лягушкам туда дул, теперь зайцам. Что, начинаем? Да, да. Поближе прямо к переноске. Вытащить, я пью. Вот эти, они, вот я даже в вольер к ним ни разу не выходила. Первый на третий сразу переключаются такие. Они вот чисто под мамку, даже не подкармливают. Они уходят в поле. Да, свой должен туда. Обойди его с той стороны. Подавите его туда. Ну, все, цветочек понюхает. Ну, дайте ему цветочек понюхать. Ну, отлично. Красавчик. Это зайчата. Зайчата выходят сюда медленно. И начинают жрать, осматриваться. Это белячок. Тоже меченый. Его зовут Илья. А это Добрыня второй. Всем главное записки с домашним адресом. Клади, пожалуйста. Это сласть. Она огромная тоже. Вот тут три огромных рычага. Это русачок. Да, это русачок. Ну, сам точно за это, да? Четко различаем беляк, русак. Когда пачка не проходит, вот если кролик потрепан жизнью, ага, это беляк. Если кролик очень потрепан жизнью, это русак. Все. Не, у них морды, да, да, да. Это Юрий. Юрий. Ну, вообще, Аня, не настолько испуганы, они медленно будут. У них вообще диссонанс. Оп. Испугался. Наташа, помни о черепахе золотой. Моя селфи-палка, все. Сейчас, дали пацанам отключение. Да, какая своя селфи-палка упала. Не выходите. Я знаю. Это белесок. Тоже нечего. Но зато на фотоловушках все равно понятно, что зверь наш. Там кто-то нам. Ань. Записки из домашнего адреса не кладите. Это класс. Сейчас встаем. Ох ты, красиво такое. С лапами сделано. Да, да, это беляк под линяшкой. Изучает обстановку. Ну, плыви. Усталый стоит. Пьет. Не поняла, куда она попала. Поплыл. Смотрите, заяц плывет. Пошло, пошла, 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 пошла. Молодец. Уже переплыла.
А, все уже поздно, да? Подожди, стой. Возможно, второй раз пойдет. Вот, второй раз, да. Полнуши, видишь? Да. Оп-оп-оп. Смотри. Бегом, давай. Давай, давай сюда. Идет второй запрос, походу. Вижу-вижу за деревом. Да, где палка валяется. Нет, не пошла. Ну, то есть, ушла, да, в природе, да, не такое безобидное животное, так походит на машину. Вот это. Блин, прикольно. Саша, помни о черепахе золотой. Моя шерсть и палка, все. Да, да, да. Я сейчас на твой YouTube-канал принесу новые ролики. Кристина очень сильно хочет искупаться. Ну, форматов. А вот отсюда не видно. Это вот это что ли? Ну там какая-то. Все это она? Ань. Травинка пропала? Да. Все. Это была ветка. Ветка? А, на второй стране. Это была зарплата. Так. Но это ветка. Все. Там? Но она смотрит на бобра. На бобра? Может, повернуть? Это была корыстная установка фотоловушки на бобра. Не, ну прикольно, что бобры вытащили бобра. Да. Это был одинокий бобер. Ему было скучно, он тебе вытащил бобра. Не, ну смотрите, глаз, ухо и хвост. Здесь были выпущены 13 зайцев. Мы их не видим. Запутать. А у самого нора где-нибудь вон там под берегом. Ну да. Приподнял. Ну там тоже выход. Блин, прикольно, да. Зато воды сразу много, а был ручей, в прошлый раз мы были, да? Угу. И вода чистенькая. Поэтому мы и перейти не смогли. Ну, правильно было, понятно. Что-то произошло. У вас бобры. Ань, рекламируй свой канал с дискусами. Так, все, хватит. Значит, мы находимся на реке Амазонка. И здесь вылавливаем диких дискусов. Для разведения в неволе. И дальнейшего выпуска по программе реинтродукции. Что такое дискус? Это такой блинчик плавающий. Рыба. С глазами. Прикольно. Нет, то, что рыба, я догадалась из... Амазонка. Да, а как он выглядит? Дискус мне сразу будет.